блядь, сука, не делает, блядь, не записывает, блядь. Да он, блядь, до сих пор нарезку не сделал, заебал. Мы его гуану сделали по нарезкам, блядь, ни хера ничего делать. Это пидо, одним словом, чат. Чё, блядь, пиздите, хуесосы? Я не пи... Я, блядь, сказал, что нарезок больше не будет, хуя, блядь. Ту хотя бы сделай, блядь. Кому это нахуй нужно? Мне, Димусу. Нахуя? Хуел, блядь, ещё мне требуешь, блядь, чтобы не записывать? Пошёл ты нахуй. Здорово, блядь. Ой, ло... Да-да-да. Лол, блядь. Да-да-да. Два килла, блядь, смертей 100. А, это пинг. Ваша задача — обнаружить пинг-контейнер. Опа, дед, блядь, ух и поехал. Группа провалила задание. Ну шо, пацаны, камбэк? Вот такое. Да, чё, мы... Чё? Мы платина на самом деле. Мы платина на самом деле. Мы сейчас поддадимся, чтобы интереснее было. А-а-а. Чё ты мне не внушаешь доверия? Счастье вот, будет. Блядь, вот ты бы нахуй послушай меня, вот разве слышно, что я пизжу? Очень хорошо. Очень ну, значит, ты глухой, неопытный еще. Ну, успокойся, не ссы в компот, блядь, там ноги моют. Если там моешь ноги ты, то я насру, что ты цвет. Не понял. Видели два. А ты во всю еду срёшь или только исключительно? Только когда ты ноги моешь. Параши ешь. Найдите заряды с помощью бота. Ну ты, конечно, тот ещё чирик. Ты тот ещё перчик, конечно. Перчик в попу. Не понял. Что из стены, блядь? Что? Хуя, что она сделала? Я могу выбить из дробаша, кстати, чё? Выбить? То я пойду сдохну, блядь. Кого ты можешь выбить? Пацан, давайте просто тебя убью сам, блядь. Ой, блядь, так все сморкнул. Ёбаный! Смотришь. Такой врыв будет, просто басрнуть. Серьезно ты? Я очень долго спят. Я вижу, это пистолет надо мной, ну! Это ты что ли, мразь? Поднимайся. Сука, блядь, пистолет только светится такой надо мной, я говорю, вот. Вот это да, кадр флешбэк, это сильно. Нигде такого не было. Тут не сама суть как бы флешбэк, а как так сделал. Как, блядь, что он заходит, блядь, ему стандартный флешбэк показывает. Не, что камера идет за спины. Ахуй. А.
Да, что-то я не помню, где там прям. Спины я нашла, охуенно. На спине шла камера, когда он заходил в комнату, когда он вернулся домой. Что это за говно, когда она взорвалась сейчас? Ну, на первом этаже походит. Спина вселенной, ебала она. Всё, да, неплохой джокер получился. О, посмотри, иди сюда, Димс, Димс, иди сюда, смотри, смотри на это. Подожди, подожди, сейчас, не хватает одного. Да, третий, давай, давай, давай. Копим ману, давай, оп. Кроссовер, которого мы заслуживаем. Чё, блин? Димка, вот тебе пипынка, Димка. Ну такой, на разок. Да. Ну такой, на концовку тебе порадуется немного. Ну такая. Конечно, там Шималан изнасиловал. Меня? Сходи на разок, блин, пойдем глянем. Да, блядь, Максимыч сказал на разок. Ты же сдал, все, погнали. 200 рублей, не так дорого. Я про все говорю в фильме на разок вообще. Да. Вы потом еще три раза ходили. Что за каеб, блядь. Рукам два. Это неудержимый смотрел этого? Какого года? 2000-го. Вы про... просто материал на резку, чтобы пилить. Что, блядь? Что, гараж? А, не, гараж я вступил. Ну, а чё? Пань, пань. Вот. А мне кого здесь? Что, гараж? Нахуя? Слышь, мьют кассу. Занимается. Да нахуй он нужен. Я знаю. Тоже верно. Стенки крепить, наверное, Максим. Пошли вы нахуй! Двух точек. И чё, я убью в начале раунда обоих. Под команду. Возьми бандиты. Командная работа, пацаны. Это улыбка маэстро вот этого. Талант пусть. Ну что, дружочек, пирожочек, это конец нарезки. И вот ты сидишь такой, думаешь, ебать, какой классный континент. А будут ли еще тонны данного контента? А вот не знаю. На самом деле у меня даже нет его больше. Не знаю, куда пропал весь контент, и вот под конец решил рофлиного бота оставить. Не знаю, почему я к тебе обращаюсь как к подписчику, ведь смотрит это только локалтусовка, ну раз так. Имею право сказать. Максим, пидор. Никитка, гокта выходны. Димас, приезжай, заебал уже. И да, Кузь. Каеб, блядь, аааа, рукам два, аааа, аааа.